оборота, делаю сначала в одну сторону, чуть-чуть больше на меня корпус, ага, руки на груди скрещены перед собой. То же самое. Но то можно вместе либо что-то. И давай еще один жест. Посмотреть можно, надо. Да сейчас пока времени нет особо, знаешь. Ребенок маленький, пока покормишь, пока уложишь, и уже потом. Фиг знает. Чуть повыше. Уставший так ложишься спать, потому что ночью просыпается, кормить ее. А в любом случае слышишь. Ну или я, или Ксюша встаем, тоже так, знаешь. Знаешь, когда у тебя тренировки тяжелые, к примеру, там, сегодня ты встаешь, меня не трогай, потому что мне надо выспаться. А она иногда, все, я устала, я не могу, кипишу, ладно, поспи, говорю, сегодня я встану. Раз, два, три. Да! Теперь покажу эмоцию прямо на камеру. Не надо. Ну, нужно просто фотографию. Такого плана, что? Можешь просто движение вот такое рукой сделать. Могу вот так сделать. Да. Давай. Давай так, да? Раз, два, три. С улыбкой просто как будто на трибуну смотришь. Чуть поближе ко мне вот сюда. Чуть пониже подбородок, ага. И с улыбкой тоже. Угу. Отлично. Да. Так. Как разборный узнал про вызов? После игры, как обычно, подошел к болельщикам. И подошел ко мне тренер Игорь Михайлович. И поздравил меня. Я думал, с победой. Он говорит, не с победой, а с вызовом в сборную. Я спросил, какую сборную? Я думал сначала молодежку, а я... 9-го года я не подхожу к молодежи, я спросил, в какую сборную, говорит, национальную сборную. Я обрадовался. Я хотел сначала поехать домой, и у меня был куплен билет, и маме звоню, я домой не лечу, меня вызвали в сборную. Мама обрадовалась. Классно. Вот это вот я понимаю историю. Ребята, братички на поле. Окей? Да? Босс не босс. Играли второй день, через 2-3 дня игра.
без большой нагрузки. Окей? Погнали. Пока, идем. Пока, берем вперед. Саня, чуть-чуть, ключак. И спиной. И бегать. Пошла так, не убегаешь. Все, спокойно, да, Денис, шире, шире. Блин, больше на предыгровой, после предыгровой остаёт. А так вот, знаешь, после всех обычных. Туш, как ты нога, во-первых? Получше? Да, уже ничего нету, может сказать. Уже так, да, уже практически хорошо. Готов, да? Да. Вот. Как тебе вчерашнее событие-то, что упал? WhatsApp, Instagram. Когда об этом узнал? Я перед тренировкой, я так ушел и все. И как бы пришел там, пока лечение, процедуры. Тебе сильные так, проблемы доставило? Нет. Нет? Ну, потому что что, у меня время пролетело, и я пришел там, через часа два уже заработал. А ты чем вообще пользуешься? WhatsApp, Telegram? Instagram, WhatsApp. Ну, поменьше всего не Telegram. Ну, у тебя есть, да? Просто многие, да. Знаешь, многие друзья зарегистрировались именно вчера в Телеграме. Да, да, я знаю. Ну, не, у меня давно Telegram. Я и там, ну, больше в WhatsApp. Ну так вообще, сколько ты можешь без телефона провести времени, чтобы спокойно? День? День спокойно? Да я думаю, да, если будет с кем общаться, а не так, что один. Когда один, да, понятно, там в телефоне или что-то еще. Окей, Саня, еще раз. Идем, Игомит, пожалуйста, до конца. Окей, друг, давайте. Если можешь сюда, если можешь здесь, это правильно. Или если не можешь, не надо, но давайте, прямо, окей? Икра нужна. Как вообще узнали, скажите? Что узнали? То, что тренируемся? Да, привлеку, да. Да, после обеда главный тренер подозвал, сказал, то, что вот сегодня вечером тренируйтесь с одной командой.
Ну, вы что-то многие знаете, наверное, конечно. Да? Конечно. Да, Зиму-то знаю. Далер, Сута, Чистый, Ерох. С Краснодара тоже. С Краснодара только Мотя. Ну, из Фомины знакомы. Mm-hmm. Так, точно. А так, Агаларов, то, что в Волгаре вместе там чуть-чуть были. Так, с главным тренером пообщаться успели или? Так, поздороваться и попрощаться. Слушай, ну, надеюсь, что скоро у вас здесь время уже полноценно, да? Спасибо вам большое. Конечно, все.